Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Да, это какая-то странная фигня. Это игра под названием I Hate This Game. То бишь, игра, которая называется «Я ненавижу эту игру». Есть тут кнопка Install, я вот ее запустил. Ничего не знаю про эту игру, вообще ни разу не видел, не слышал. Только вот включил. Ну, давайте нажмем Install. Завершено. Я ненавижу эту игру. Так. Ёпта. И все? Это все настройки? А что такое? А. Как бы попсиходеличнее сделать? Блин. Чтобы прям глаза вытекали. Ладно, сделаю хоть немножко контрастным. И что надо делать? Так, обычные, экстра, секретные. Давайте обычные. Выберите уровень. Первый. Управление АД, R-рестарт, пробел, прыжок. Когда тебе придется... Иногда тебе придется использовать мышку. АД... АД и прыжок, короче говоря. Стены хранят секреты. Какие же секреты хранят стены? Господи, какое-то странное управление. Ой-ой-ой-ой-ой, очень быстрое. Да ёлки-палки. Да, походу, эту игру я действительно возненавижу. Ой-ой-ой. Блинство. Сколько, короче, держишь еще этот самый пробельчик, тем дольше он прыгает, я так понимаю. Кошмар. Вообще какой-то кошмар. Так, ладно. Да ёптыть. Можешь пробежать? Можно! Вперед! Хорошо, хоть жизни нет. Да, тут, наверное, вот так вот. Ладно, сейчас разберемся. Подвинь что-нибудь. А что, например? Подвинь. Может быть, мышкой можно? А что можно подвинуть? Может, вот эту штуку, на которой мне надо приземлиться, можно подвинуть? А, дверь! Прикольно. Так, только... Что-то все зависло. А, нет, четвертый уровень, все правильно. И что это такое? Четыре. Восемь. Один. Ничего нет. Так, четыре. Восемь. Один. Может, мышкой? Так, четыре.
8-1. Ага, так, ладно. Операторы. А инф что такое? Рокс. Блядь, что это? Так, ладно. Так, я сначала сюда, пожалуй, добегу. Так, и что это такое у нас? Так, видимо, сюда должно электричество дойти, что ли? Что такое Рокс? Ага. Рокс блокирует, если с двух сторон. А так без разницы откуда, да? Так, и... Рисуй. Так, ну допустим. Сколько ты только ты можешь покинуть эту комнату. Блин, так, надо начало начать. Надо, короче говоря, чтоб он зацепился, а я пробежал снизу. Или что-то типа того. А, я не могу его так перебежать. Так, ну ладно, тогда так. Блин, так. Может вот... Так, сейчас, может вот так? Да нет, в принципе... Нет, в принципе, с другой стороны, если он подпрыг... А, я тоже подпрыгну. Или подожди, а что мне с ним надо сделать? Дверь-то закрыта. Мне его надо убить, что ли? Видимо, вот так вот, да? Мне его надо угробить сначала. Или нет? Ну и чё, а? Ага, понятно. А-а-а! Мать твою! Так, ползунки. Ну, допустим, так. Ёптыть, так. Тут самая беда — это физика. Блять! Так, туда все-таки не запрыгнешь. Ладно, еще разок тогда. Ну, типа того. Блин. Так, я все время перелетаю, значит, надо сделать вот так. Так, а теперь как-то вот так на всякий случай. Пробуй заново. Вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Что мне надо сделать? Так, пока не понял. Рип. Может, вот здесь надо рип сделать? Не. Так, стоять.
На этого чувака... А, нет, могу. Тащить можно. Наверное, надо его дотащить, чтобы он долетел до того, чтобы я мог с него перепрыгнуть. Видимо, так. Типа того. Да, наверное, так. Соскальзывает. Два с половиной Д. Ну, допустим, и чего? Мышкой можно крутить. Так, и чего? Вот этот квадратик можно куда-то переместить? Так, хорошо. Эту штуку я вижу. Чистота. Так. Удвоенный. Раньше удвоенный. Прыжок, может быть? Точно. Грани. Сколько граней, что ли? Господи, а что считается гранями? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь. Раз, два, три. Или это не грани? Одна. Раз. Так, четыре. Блин, что-то не то. Так, что считается гранью у нас? Ой. Гранью. Что считается гранью? Да, я знаю, вас наверняка бесит очень громкая музыка, но я ничего не могу с этим сделать. А хотя нет, могу. Я вроде сделал, должно стать теперь потише. Я глобально уменьшил в видеозахвате сейчас. Потому что реально что-то очень громко. Так, ну давайте посмотрим. Так, грани. Они общие, интересно. Раз, два, три, четыре. Ну пусть будет пять. Пусть здесь будет, опять же, три. Здесь одна, либо... Блин, хотя либо хрен узнать. Не, ну вот это не может считаться за грань тоже. Так, ладно, давайте здесь тогда. Раз, два, три, четыре, восемь тогда. Шесть. А почему шесть? То есть здесь реально пять, а здесь шесть. Ну да ладно, хер с ним. Стрелки. Стрелки 1, 2. Так, стрелки 1, 2. Положение всего 2. То есть это, не знаю, так? Нет, не так. Ну, если не так, значит наоборот. Блять, меня разорвало.
Блин, меня убило стрелками. Так, значит, сначала надо перепрыгнуть туда для начала. О, блин, а я... А, она будет падать, все равно меня убьет. То есть вот так вот, да, тогда? Два, 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 два. О, лабиринт. Мышкой надо вести, о боже. Если я коснусь... Да, естественно, кранты, понятно. Так, копатель офлайн. Чё копать будем? Мне надо что-то найти на экране или что? Все здесь ничего как бы нет. Так. Копатель офлайн. Может, мне надо себя что-то сделать? Нет, на себя я навести не могу. А-а-а! Надо держать мышку. Так. Или копать несколько раз? Так, раз блок. Ага, теперь я могу сюда поставить, что ли? Так, ага, через правую кнопку мышки я могу поставить сюда блок. Так. Ух ты ж, блин. А это нельзя выкопать? Можно. Так. Наверное, больше не надо копать. Выделение. Ну, допустим. И чего? Все надо выделить. Б-б-б-б-б-б-б-б. О, ничего себе, так могу делать. Так, а может я тогда пройти могу? Ха-ха-ха, прикольно. Так, раз я могу так делать, значит я могу пройти. Вопрос только, что вот с этим сделать. Так. Могу ли я здесь перепрыгнуть тогда? Вот в чем вопрос. Хорошо, вот оно выделение. По выделению я могу ходить. Но пройти я здесь не могу. То есть мне как-то так надо... Может, вот так? Любопытно. Так, а я здесь тоже не могу пройти. Точно не могу. Ай-яй-яй-яй, нет, стой, стой, блин. Так, ладно. Я могу как на лифте подниматься просто. Угу. Так, хорошо. Если я могу подниматься как на лифте, значит, мне надо просто вот так сделать, и все, чтобы я не упал вообще никогда. Так, оп. Ага. Так, прикольно. Ты пьян, иди домой. Да ёб ты. Так, ладно, потом пропадают, появляется, пропадает, появляется, пропадает. Пропадает, появляется, пропадает, появляется, пропадает. Блять, ну, в принципе, все было нормально, но... Блин, еще раз не успеваю прыгнуть. Так, держи! Че держать-то? Вот это что-то значит, да? А что надо держать? Мышка. Мышка держать, что ли? Так, пока непонятно. А, вот еще одна.
Так, стоять. Вот еще одна платформа, да? Так, мышка. Ну хорошо, вот я задержал мышкой. Так, что ли? Надо держать. Тогда не понимаю вообще ничего. Так, ну вот А я нажимаю, так, она загорается. И мышку я нажимаю, надо нажать мышкой вот сюда, в это место. Ни хера не понимаю. Так, вот есть кнопка. Может, мне надо успеть нажать кнопки и потом зажать еще вот эту штуку? Я даже хрен знает. Так, ну-ка. Нет, туда не допрыгну. Да нет. Держи. Как это держать? Ну, в принципе, можно, да, держать, если вот эта платформа будет меня туда тянуть. Только зачем? Так. Так, ну вот я нажимаю сюда мышкой, ладно. Блин, зачем же кнопка нужна, интересно? Так, ну вот, держу кнопку. Может, надо подождать сколько-то секунд? Нет, ну А еще надо держать. А может быть, одновременно? А, ну допустим, держу. Если я и в одну сторону, и в другую нажимаю, я могу держать. И что мне это дает? Ну вот, нажал. Держу. Ну, явно это ни на что не влияет. Так, ну ладно, хорошо. Может быть, мне надо вот здесь вот держать мышкой, а потом нажать на вторую кнопку? Нет. То, что я держу мышкой, ничего не дает. Ну-ка, подсказку мне. Зажми все кнопки. Ну, я как бы догадался, что надо зажать все кнопки. Вообще все, что ли? Нет, ну не вообще все. Или она через какое-то во время отжимается? Через какое, ну-ка? Блин, так нельзя. Так, ладно, давайте начнем сначала тогда. Блин, не успел. Опять не успел. Да, блядство. Тогда отжимается эта кнопка. Держать-то зачем? Непонятно. Непонятно. Так. Все равно она отжимается. Держу я, не держу, она все равно отжимается. Так. О! I hate this game, not HTML.
Так. I'd hate this game net. Give me code HTML. Так, туда это надо открыть. Угу. Так. Ладно. Сейчас мы наберем этот адрес. Так, у меня есть телефончик. Так, I hate this game .net. Так, ставим слэш и пишем give me, так, этот код .html. Так, код 2-3. Так, 2-3. 7. 8. 5. 4. 6. 1. Хорошо, хоть я успел перейти. Так, создавай. Что мне надо создавать? Это дверь, что ли? Похоже на дверь. Так, а это похоже на меня. Так, а это, видимо, мои ножки, да? Так. Так, я как-то так выгляжу. Или не так? Надо было запомнить, как я выгляжу. Ну, наверное, вот так. Видимо, не так. Как я выгляжу тогда? Очень интересный вопрос. Блин, я развалился. А, вот еще там части. А, подождите. Витек. 2011-2019. Секретный уровень. Это кто, Витек? А, это надо было меня полностью создать с учетом телца. Понятно. Некрос. Ну ладно. Кенни! Кенни? Ага. Это, видимо, это... Они убили Кенни, что ли? Не допрыгиваю. Опять создавай. Так, как я там выгляжу-то, господи? Хорошо, вот ножки. Так, потом нет, потом вот такая штучка. Потом туловище. Так, а это у меня ручки, да, такие? Так, она прилипла, ручка? Так, ручка вроде прилипла. Так, а это что-то не прилипает, ручка. Так, о, вроде прилипла. Блин, опять не прилипла. Ну вот дерьмо. Так, ладно, башку прицепим тогда. Так, ну это же нога. И это нога. Ноги у нее растут из вот такой штуки. Правильно? Блин, задолбали. Thank you.
Или это не руки? Да нет, это вроде руки. Мы забыли положить мозги, извини, прекрасно, спасибо. На. Сранина, так. Ну вот это же приклеилось, значит и вот это должна приклеиться. Так, убери ее. Так, вот это, блять, да уберите вы ее, господи. Так, пум. Так, отлично. 00x00x00x. Это как, интересно, считается? Так. Ну и чего, а здесь просто 3x? Как-то странно. Что-то с курсором. Он какой-то большой. Так нельзя. Так, еще одна дверь. Нажми Е, чтобы войти. Ты все так же можешь войти. Нажми Е, чтобы войти. Ты все так же можешь войти. Ну я могу ее тащить, а зачем? Ну давайте попробуем. Так, здесь ее таскать нельзя. Ее можно таскать там, но я все равно проваливаюсь. Так, а что же делать тогда? Если только... А, туда может ее тараканить. Теперь сделаю что-нибудь, понятно. Можно ее тараканить туда... А, не, нельзя, а. Понятно, я не туда ее тараканю. Надо, короче, перепрыгнуть и тараканить ее в начало уровня. Тогда я смогу пройти. Еще, конечно, есть вариант притараканить ее вот сюда, но она, скорее всего, упадет. Ну да, надо ее вот сюда притараканить, короче. Или нет? Тогда непонятно. То есть мне надо ее притащить сюда, что ли, все-таки? Так, ну хорошо, ну вот я вышел из этой двери. Или мне надо просто теперь перепрыгнуть? Блять! Ну я и так могу отсюда... А нет, не могу. Ну или мне чуть-чуть ее подвинуть, а потом через нее спрыгнуть, что ли? Ну-ка, допустим, я вот так вот ее подвину. Ну там нет двери. Да, и допрыгнуть до сюда нельзя. Тогда не вполне понятно, что надо сделать. Так, сделаю что-нибудь.
Нет, она тут же падает. В принципе, я могу тогда стать рядом, и когда эта дверь упадет, успеть перепрыгнуть, например. Я даже хрен его знает, может как-то так? Допустим, вот сюда я дойду куда-нибудь. А я могу вот сюда, с этой стороны встать? Ага, вот так, все понятно. Сделаю перерыв. То есть ничего не делать? Насколько большой перерыв мне надо сделать? Ну ладно, давайте побежим. Ну, наверное, мне просто надо ждать. Я так предполагаю. Я не знаю, может быть и нет, но скорее всего да. Вопрос только, сколько мне надо ждать? Так, хорошо, может быть еще? А, все, я сделал перерыв, типа паузу нажал. Так, понятно. Посмотри внимательнее. Так, 7, 6, 2. Так, 7, 6 и 2 у нас есть. Еще цифры есть. Так, 6, 2, 7. Так, вопрос, чему они соответствуют. Так, 6, 8, 2, 7. А как мне их регулировать-то? Ну, посмотрел я. 6, 8, 2, 7 и... А-а-а! Ёпта! Так. Я не пройду никогда. Так, 6. Восемь. Два. Блять! Так, 6. Так, 8. 2. Семь. Не понял. А, ход постоянно меняется? Вот это, бля. 8, 2, 7. 7 теперь. Мотать вы уроды. Мотать вы уроды просто. Вот это вы уроды. Так, 8. Так, 2. Я! Сборище уродов. Так, 6, 0, 4, 0. Так. Шесть, ноль, четыре. Блин, с нулем-то сложно будет. Так, и прыгаем сразу. Гравитация. Хорошо. Блинство.
Да, сложновато по ним прыгать. Блин, да, я ненавижу эту игру. Опа! Да вы прикалываетесь, что ли? Так, мышкой можно крутить? Так, мышкой можно. Блин! Нажми Т, если хочешь открыть подсказку. Понятно. Я как бы догадался, что здесь надо делать. Да, я не могу это сделать от первого лица. Да твою же мать. Так, да... Блин, так первый раз классно пропрыгал. А теперь не могу. Так. Так. Бля. Как вы мне дороги-то, господи. Нет, это... Я не понимаю физику. Ты то нажимаешь вперед, он перелетает хрен пойми куда, то ты не, чуть-чуть не дожимаешь, и он уже вообще никуда не долетает. Да. Уменьши. Уменьшил. И чё? Так, ну вот я уменьшил. Чё, вот это уменьшить? Что надо уменьшить? Конкретно вот что-то здесь уменьшить. Уменьши вот это. Уменьшил. Так, пиу-пиу-пиу-пиу. Че надо уменьшить-то? А может такую стрелочку надо типа нарисовать? Вот здесь самая низкая, а здесь типа как-то вот так. Ну, то есть типа, что каждое следующее все меньше и меньше. А, да, действительно так. Так, скопирую мою любимую фразу. Ctrl-C. Как ее скопировать? Ctrl-C. Правой кнопкой не работает. Скопирую мою любимую фразу. Скопирую мою любимую фразу. Скопирую, скопирую, скопирую. Как скопировать фразу? Так. Ну что, здесь нажать здесь на что нельзя. Как скопировать? Так, Ctrl-C не работает. Прыгать здесь, я так понимаю, бессмысленно. Скопируй мою любимую фразу. Скопирую мою любимую фразу.
Как это сделать? Здесь непонятно. Так. Ну, Ctrl-C не фурычит. Здесь из того, что я могу сделать, это только AD и плюс мышкой ворочать. Скопируй. Опс. Пам-пам-пам. Блин, я не знаю, что делать. Скопирую мою любимую фразу. Да, что-то вообще никаких идей. А где подсказка-то? Как мне... Что мне делать-то? Мне подсказка бы пригодилась сейчас. Может, я, если я ничего не буду делать, она появится? Видимо, не появится. Так, судя по всему. Ладно, тогда на этом мы, наверное, закончим. Полчаса моих мучений наверняка должны были вызвать у вас ряд положительных эмоций, поэтому продолжим, наверное, в следующий раз. На сегодня пока прервемся. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.